отдыхать или не отдыхать, и где отдыхать. Вот этот вопрос, я считаю, мы должны сами себе сейчас задавать. И ситуация в курортных районах не изменилась. Наши соотечественники вообще ничего никогда не боятся. С учетом того, что, в общем-то, бурлит весь регион, в Египте мы не можем ждать, что что-то быстро успокоится. Жизнь наших граждан превыше всего, безусловно. Наш турист не боится переворотов. Там толпа разъяренных исламистов, она никак там не может помешать. Я надеюсь, что все-таки эти конфликты будут урегулированы, потому что никому это не выгодно. Гражданам Российской Федерации есть где отдыхать и помимо Египта. Надо отдыхать у нас. У нас есть Сочи, у нас есть Крым, у нас есть замечательный курорт. А если вам нравится посмотреть, как люди друг друга стреляют из крупнокалиберного пулемета, пожалуйста, милости просим. Люди должны сами решать для себя, ехать или не ехать, покидать страну или нет. Сейчас уже закончили ревизию системы безопасности в аэропортах и на курортах Египта. Вот Шарм-Шейх, Хургада, небольшие городки курортные. И отдых, и солнце, и все прекрасно. Российская Федерация достаточно сильная держава, она может обеспечить, вот реально, я вам говорю, безопасность любого своего туриста на территории любого государства мира. Летайте сколько хотите, никаких проблем нету.